Мне кажется, это делать не надо, потому что взрослый человек в состоянии сам сделать выбор, что ему смотреть в интернете, что нет. Единственное ограничение, которое должно быть, это должно быть для детей, но для детей существуют сейчас всякие опции, которые ограничивают их от того, чтобы они ходили на разные сайты. А взрослый человек, он сам в состоянии сделать выбор, что ему смотреть, а что ему не смотреть, кого его слушать, кого не слушать. И думаю, что это будет лишним, потому что запретный плод всегда сладок. То есть мы сейчас запретим одно, и человек, значит, будет искать другие возможности узнать эту информацию.